Добрый вечер, друзья! Сегодня чуть больше, чем Reels. Сегодня хочу в своем видео поговорить о диагностике и о консультации. Значит, сразу скажу, диагностика и консультация – это два абсолютно разных действия. Диагностика – это мероприятие, на котором специалист выясняет проблемы клиента. И, как правило, диагностика, она по продолжительности короче, чем консультация. На диагностике, на диагностике у логопеда я определяю, какой тип дыхания у ребенка, насколько оно слабое или сильное. Значит, я определяю, как работают, речевой аппарат и мимические морщины у ребенка, насколько хорошо работает язык, насколько сильно зажаты ли челюсти, если есть такая проблема. Значит, укороченная уздечка или нормальная. Значит, есть ли проблемы с шеей? Есть ли проблемы интеллектуального порядка, то есть насколько развиты основные психические функции, то есть память, внимание, понимание, насколько нарушен фонематический слух, значит, насколько есть произношение качественное или нарушенное, значит, в изолированном состоянии и в словах и слогах. Вот это я делаю как специалист на диагностике. И время может уйти на это действие от часа до 2 часов. Академических, не астрономических, а академических. Вот, так вот, бывает так, что если родители хотят, и ребенок как бы чисто физически готов, то мы можем работать 2 часа с 15-20-минутным перерывом для того, чтобы выяснить все проблемы ребенка и со следующего занятия уже начать работать. Значит, консультация. Чем она отличается от диагностики? Консультация по времени гораздо дольше. Причем на консультации, помимо того, что специалист выясняет у клиента проблемы, которые у него есть, патологические или физиологические, еще вдобавок на консультации специалист дает клиенту инструменты, с которыми он может работать, дает рекомендации, советы, которые клиент будет выполнять самостоятельно, без помощи специалиста. Поэтому консультация по времени может быть дольше. Как правило, консультация назначается клиентом, или это взрослый клиент, или это родители ребенка, но консультация проводится без присутствия ребенка. Почему? Потому что она дольше. Она дольше. И ребенок маленький, например, может просто не выдержать. Вот. Консультация может назначаться после диагностики. После того, как, специалист отсмотрел ребенка. В данном случае, если мы говорим о маленьких детях. И, родителям нужны еще какие-то дополнительные материалы и рекомендации, помимо того, что будет на занятиях. Потому что по проблеме ребенка, как правило, очень-очень много вопросов. И за одну диагностику эти вопросы все решить нельзя. Я просто вам скажу по своему собственному опыту, что я обычно родителям говорю: давайте остановимся. Извините. Или спрашиваю:
мы останавливаемся или работаем дальше. Вот. Для того, чтобы родители понимали, что это затратно именно по физическим затратам. И специалист тоже, я вам скажу, что специалист достаточно сильно устает на консультации, на диагностике. Почему? Потому что он использует опыт всех лет, которые он имеет за плечами. Это опыт, это вытяжка из опыта работы и учебы специалиста. То есть очень часто я давно сталкиваюсь с этой проблемой, что у нас люди просто не очень хорошо понимают, почему консультация специалиста стоит очень дорого. Да дело в том, что вы должны понимать, что вы приходите к специалисту и хотите за час-два, максимум 3-4, получить вытяжки из опыта работы специалиста за 10-20 лет, чтобы он уместил вам этот опыт вот в эти, в час, два, три. Поэтому специалисту нужно максимально сконцентрироваться для того, чтобы дать вам максимальные, значит, инструменты, которые максимально смогут вам оказать пользу и дать максимальный результат. Поэтому вот этот опыт, выжимки из этого опыта 10, 15, 20 лет специалисты отдают вам. Представьте, сколько сил, времени, да и финансов было потрачено за эти годы специалистам для того, чтобы достигнуть определенного уровня. Ведь вы пришли к специалисту, потому что вы у кого-то узнали, где-то услышали, что этот специалист заслуживает внимания, что к нему стоит пойти, что он может вам помочь. Поэтому вы должны понимать, что вот этот опыт и дает возможность специалисту быть на высоком уровне для того, чтобы дать вам максимальную пользу.